Мне сказали, ОДН платят все. Я понимаю, платят все. Но, извините, ОДН – это общедомовые нужды. Это свет в подъезде, домофон в подъезде. В нашем подъезде, во всем доме, нету не то, что света в подъезде, нету даже проводки. Все, как счетчики перенесли, это все так осталось. Первый месяц ОДН пришел на все квартиры, не жилые, не жилые, 139, 390, 400 с лишним рублей. Вот в этом месяце свет я заплатила за свою квартиру 500 с лишним рублей, ОДН 800 с лишним рублей. Это вообще, это что? Это очень много. Это что такое? Я понимаю. Снимают показания, значит, то, что мы даем, снимают домовой счетчик. Там большая разница. Есть неплательщики. Но вы юридическая организация, ворует ваш свет. С 1 января снят мораторий на все штрафы, на все. Теперь с 1 января имеют право отключать за неуплату, резать свет, воду и все такое. Ради бога. Берите списки, проходите по квартирам. Смотрите, кто платит, кто не платит, и решайте вопросы с ним. Почему мы должны за кого-то платить?